Нюрина Кишемус, такой вопрос. Касап, касу тогда... Можно ли... Рохе Алладе Арендамесекс... Использовать для развития зеленых зон... Рони Таймсет. Так называемые ползучие растения. Сейна, можно установить на стены зданий, например, на солнечную сторону, для того, чтобы сделать тень для людей. В тени гораздо удобнее работать. И эти ползучие растения смогут вырасти высоко и закроют своими листьями всю стену. Почему это не использовать? Скажем так, что пробовали это сделать мало кто. Финны пробуют с однолетними растениями скорее. Я думаю, что это такой момент, где можно провести тестирование вместе с университетом естественных наук. У нас есть инвазивные виды среди ползучих растений, поэтому я думаю, что это возможно, но сейчас находится на этапе тестирования. Мы должны это протестировать в нашем климате. Но точно совершенно это возможно в случае, если устанавливать на фасады контейнеры с растениями. То есть с внешней стороны фасада во время архитектурного проекта нужно спланировать место для посадки. В этом случае это было бы возможно. Вы имеете в виду, что внизу были бы ползучие растения и ползли бы наверх, да? Да, на стену. Да, конечно, это возможно, но это зависит от высоты здания также. Некоторые ползучие растения могут забраться на четвертый этаж, для них это не проблема. Но здесь важен выбор конкретного растения. Но я думаю, что это не проблема в Эстонии использовать эти ползучие растения. Здравствуйте, спасибо вам за доклад. Обожаю ландшафтных дизайнеров, сама когда-то им хотела быть. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. А кто у нас в Таллине не следит за городскими растениями? Ну, например, туи или ели, которые были посажены в парках. Есть ли образование у этих людей, которые за ними следят в связи с тем, что, например, рядом с Тондираба парком очень много было посажено елок, которые погибли в этом же году. И часто вижу, что подъезжают просто мужчины, поливают в мешки их и уезжают. И то есть там каждая вторая елка, она как бы засохла. Есть ли образование у этих людей, которые ухаживают в нашем городе за этими растениями? В городе Таллине, во всяком случае за зелеными зонами, ухаживает департамент окружающей среды и коммунальных услуг. И проводятся тендеры частично, и частично их собственные работники занимаются этим делом. Поэтому скорее нужно спросить это у них, но я знаю, что там есть проблема, которая состоит в том, что самое дешевое предложение побеждает в тендере. Там есть требование, что человек, который контролирует, он должен быть профессионалом, но никто реально не проверяет, кто занимается. И зачастую эти люди просто выполняют свою рабочую задачу, они не видят общую картину. Им просто говорят, иди полей, они даже не знают, сколько литров. Они просто выливают одно ведро и думают, ну я же полил. То есть вот эта сторона ухода должна улучшиться, без сомнения. Еще вопросы? Спасибо väga paljude heade ja õigete ideede eest, et väikeste sammudega edasiminek on nagu идти вперед маленькими шагами. Мõtte või küsimuse taga, et roheaiad ja kogukonnaaiad. Kas te näeksite, et
et see oleks ka osa tulevikust. Общинные сады. Это разумное решение для будущего. И также такая мысль. Нужно их координировать как-то централизованно, то есть где они возникают. Конечно, на каждом маленьком участке каждый сам может решать для себя, как вы на это смотрите. Мы будем завтра и в последующие дни говорить на эти темы. Хотелось бы узнать ваше мнение. Я думаю, что что касается общественного сада, здесь инициатива должна все-таки исходить из местного сообщества, потому что важно, чтобы за этим садом ухаживали. Если люди сами хотят сад, хотят выращивать цветы, овощи, каждый определяет тот участок, за которым он ухаживает. И есть куратор из местного сообщества. Тогда это работает, и, конечно, это хорошо. И еще лучше было бы, если бы эти сады можно было связать с уже существующими зелеными зонами. Если это будет инициатива сверху вниз, я боюсь, что все-таки местное сообщество не примет эту идею. Но это peaks ikkagi mingisugune siuke asukoht olema, место должно быть место, где люди ходят все-таки. Kuna ma ei ole kuna väga paljud projektid tänapäeval ka kooskõlastatakse kohalikega, et siis oleks ma arvan, et eelkõige kohalike arutamise kohti, kus need võiks olla. Inimesed tulevad tööd, kus nad lähevad tööd, kus peab olema ka mobiile, et hooldada. Это должно быть все-таки для них удобно.